Doamnelor și domnilor, bună seara! Sunt Ludmila Barbă și vă invit la o nouă ediție a emisiunii Dimensiunea Diplomatică. Din dorința de a vă prezenta o imagine cât mai amplă a celor ce se întâmplă la noi în țară, în regiune, dar și în lume, am declarat în câteva rânduri că vom invita în acest platou nu doar reprezentanții ai corpului diplomatic, oficiali moldoveni și străini, dar și experți independenți. Și de această dată, cu mare bucurie, vei prezint pe oaspeții noștri din Ucraina un trio puternic de politologi, și anume... Este vorba de domnul Evgen Magda, doctor în științe politice, profesor asociat la Institutul Național Politehnic Sikorsky din Kiev și director al Institutului de Politică Mondială. Bună seara! Doamna Vera Iastribova, activistă civică, președintă Asociația Obștești Grupul Estic pentru Drepturile Omului. Vera este de origine din orașul Debaltseve. Și domnul Sergei Feduneac, doctor habilitat în științe politice, profesor al Universității Naționale Cernăuți-Petkovici. Добро пожаловать в нашу студию и надеюсь, что вы здесь почувствуете себя очень комфортно. Я знаю, что вы втроем приехали для того, чтобы презентовать свою книгу, которая вот стоит, лежит рядом передо мной, «Выживать рядом с империей. Цена новейшей агрессии Кремля». Еще я знаю, что авторами являетесь не только вы, но и другие еще коллеги с Украины, с Польши и с Эстонии. Но мой вопрос будет таков. Почему выживать рядом с империей? Почему нельзя просто жить? Это какая-то философия жизни, философия истории, это неизбежность, это стечение каких-то факторов геополитических, географических, исторических и так далее. События 2014 года в Украине и дальнейшее их развитие, они просто не оставили нам какой-то альтернативы. Мы должны выжить. Мы должны выстоять, мы должны победить. Наши соседи, которые, возможно, не сталкиваются с военной угрозой со стороны России, но которые понимают, как опасно может быть ее влияние, они будут смотреть на опыт Украины и делать соответствующие выводы. То есть просто оставаться в стороне и быть, ну, за все хорошее, против всего плохого в нынешней ситуации, мне кажется, никому не удастся. Россия не выступала против расширения НАТО, насколько я помню, в 2004-2007 годах. Она, да, сказала, что Восточное партнерство – это группа, создана для того, чтобы стать каким-то кордоном, для того, чтобы стать каким-то буфером для России против России. Но почему... Вот именно в последнее время, и можно сказать, даже в последние полгода, вот проявилась такая очень сильная амбиция для того, чтобы вернуться к старым сферам влияния, к старым разделительным линиям или новым разделительным линиям. Почему именно сейчас? Я сказал бы, что Россия не то, что в свое время не выступала против НАТО. В начале 2000-х годов Путин говорил даже о том, что Россия может быть членом НАТО, и даже намекала западным странам, что Россия не прочь бы присоединиться к этой организации. Ну, тогда ситуация развивалась на фоне сближения России и Запада после известных событий 11 сентября 2001 года. А потом, с 2007 года, когда произошло выступление Путина на Мюнхенской конференции, когда уже Россия для себя решила, что уже хватит притворяться демократической страной еще после 1991 года, и нужно возобновить свои традиционные исторические претензии относительно сфер влияния. Почему именно сейчас? Мне кажется, что тут есть разные факторы. Но Россия, во-первых, воспользовалась, как ей кажется, слабостью Запада. То есть, если внимательно посмотреть на развитие западных стран, западной цивилизации шире, то в ней нарастали кризисные явления. И вот Россия, и, кстати, Китай тоже посчитали, что Запад стал настолько слаб, что сейчас можно ему предъявлять всякие претензии и требовать от него подобных вещей. Ну, может быть, еще и в связи с пересмотром архитектуры безопасности, архитектуры много- или монополярности мира. Ну, мир никогда на самом деле не был монополярным. Даже в самые те времена, когда распался Советский Союз, и когда американцам показалось, что они единственные, как говорится, на вершине одинокий такой вот лидер,
то мир даже тогда не был монополярным, потому что на самом деле были другие центры силы, которые на самом деле имели влияние в определенных регионах. А кто-то, сейчас тем более. Кто-то говорит, что это может быть связано с внутренней ситуацией в России, именно с выборами 2024 года. Для того, чтобы заставить российский народ очередной раз голосовать за Путина, не надо таких сложных операций, таких сложных раздумий и ставить весь мир на дыбы. Мне кажется, здесь более глубинные причины. То есть, какие именно? Ну, опять же, я считаю, что, пользуясь кажущейся слабостью, нужно, знаете, вот как вот двери закрываются, нужно вставить ногу, да, чтобы потом просунуться. Вот им кажется, что сейчас двери не до конца закрылись, и туда вот есть такое окно возможностей, когда Россия может поломать вот то, что было создано после завершения холодной войны. Отношения России с постсоветскими странами, в данном случае с Украиной, да, и с Молдовой, я бы не стала ее снимать со счетов, с Грузией, с другими странами. Как бы такая тенденция, она всегда существовала. И вспомним 92-й год, Приднестровский конфликт, вспомним 2008-й войну в Грузии, уже 2014-й аннексию Кремеи и дальше развязывание войны на Донбассе. Почему тогда Запад отреагировал, на мой взгляд, достаточно вяло? И почему настолько сейчас как бы выстраивает свою сильную позицию и не готова вообще ничего уступать России? Вот коллективный Запад, он сейчас борется за Украину, он борется за себя или он борется за все вместе? В начале 90-х годов одна из причин того, что Запад вяло реагировал на телодвижение России, состояла в том, что Запад после 91-го года все-таки, несмотря на распад бывшего Советского Союза, считал, что Россия остается главным центром, который, ну скажем так, ответственен за порядок и за стабильность в этом регионе. То есть была такая политика, вы помните, Russia first. То есть Ельцин, ельцинское руководство, которое себя позиционировало демократическим, с точки зрения Запада было достойно для того, чтобы быть такой вот главной державой на постсоветском пространстве. То есть это одна из причин. То есть Запад на самом деле не хотел вот этих хлопотов. И если Россия берется за то, чтобы поддерживать там порядок и стабильность, пускай берет. Это один момент. Второй момент, конечно, это очень сильная коррумпированность, к сожалению, западной элиты. За Россию удалось системно коррумпировать в основном западную элиту, западноевропейских государств. Это связано с... К сожалению, в частности, идет речь в первую очередь о Германии, да, Германии, Франции, Австрии и других государств, потому что были очень большие энергетические интересы. Доходы, да, энергетические интересы. И Россия очень профессионально... Кстати, Россия это все делала еще в период позднего советского периода, с начала 70-х годов, как только нефть и газ потекла в Западную Европу, началось вот это коррумпирование. И Россия продолжила этот процесс и после 91-го года, и, к сожалению, мы видим, насколько довольно эффективно это все сделано. Это очень серьезная причина, почему вот такая вялая реакция Запада. Ну и к тому же еще один момент. Россия все-таки при всех своих минусах и проблемах, она ядерная держава. И никто не знает, что в голове у российского руководства, как она себя поведет. Вместо того, чтобы ответить какими-то действиями на требования США и НАТО, которые прозвучали совсем недавно, на то, чтобы НАТО отодвинуло свои границы к ситуации на 1997 год, США и НАТО, наоборот, потребовали вывод войск из Молдовы, из Украины, из Грузии и даже возвращение Крыма. Думаете ли вы, что это может стать реальностью, если да, то при каких обстоятельствах? Я думаю, это элемент геополитической игры. Без такого ответа Россия бы, по-моему, полностью потеряла голову. И, наверное, это такой своеобразный геополитический троллинг. Соединенные Штаты даже упомянули о своей обеспокоенности по поводу невыполнения России Будапештского меморандума. Хотя Украина, как ни одна другая страна, знает, насколько это оказался слабый с точки зрения гарантии документ. Поэтому мы пока наблюдаем игру дипломатическую, но лучше мы будем
наблюдать дипломатическую игру, чем принимать участие в боевых действиях. Это абсолютно очевидно. Это требование России вернуться к ситуации 1997 года, оно по сути, по смыслу абсурдно и абсолютно невыполнимо. То есть это элемент повышения ставок. Требуй невозможного и получит хоть что-то. Военными событиями в Украине произошло очень много, по-моему, тектонических таких движений в структуре, в архитектуре безопасности, потому что именно начиная с 2014 года в политологии, в геополитике стали использовать термин «гибридная война». Как часто происходит какое-то обновление, как часто происходит какой-то апгрейд такой вот, и что представляют собой эти новые инструменты, новые технологии? На самом деле столкновение России и Украины – это, наверное, как раз тот момент, когда термин «гибридная война», который появился раньше, он наполнен новым смыслом. Потому что это не противостояние государств, которые находятся на категорически разных уровнях развития, а противостояние двух бывших советских республик. Ну, или, если хотите, метрополии и бывшей колонии. И это противостояние между странами, у которых 2000 километров общей границы, у которых, в принципе, во многом одинаковая военная школа, и многие проблемы действительно похожи, но Украина не Россия, и это абсолютно очевидно, но наиболее это стало очевидно именно начиная с 2014 года. И вы знаете, я тут вольно или невольно, применительно к нынешней ситуации, процитирую генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, что если Россия последними своими действиями хотела, чтобы НАТО стало меньше у ее границ, наоборот, ее стало больше. Украина за последний месяц получила летального, оборонительного, подчеркиваю, вооружения, больше, чем за 30 предыдущих лет независимости. И больше в эти 30 лет входят те почти 8 лет, которые начинаются с оккупации Крыма и разжигания войны на Донбассе. Вер, я знаю, что вы родом из Дебальцево. Вы вчера об этом рассказывали на презентации книги. Скажите, пожалуйста, вот как проходила эта гибридная война в Донбассе, в Дебальцево? Как убеждали людей или они сами по себе были готовы убедиться в том, что им рассказывают? Что происходило? Как перетягивали на свою сторону? Для того, чтобы завоевать, надо влюбить. И Россия продвигала идеи русского мира задолго до 2014 года. Ни для кого не секрет обширная деятельность систематическая так называемых русских центров, которые финансируются напрямую с бюджета Российской Федерации. Вы имеете в виду центры науки и культуры? Я имею в виду центры русского мира, которые под эгидой культурных ценностей продвигали те политические нарративы и имперские месседжи, которые мы наблюдаем сегодня в политическом истеблишменте Российской Федерации зачастую. Но на сегодняшний день, знаете, нет худа без добра, и с 2014 года деятельность этих центров на территории Украины прекратилась. На данный момент они представлены только в оккупированных Дугорловке, Донецке, Луганске. Вы спросили, как это, да, началось, эта гибридная война, через какие проявления. Прежде всего, это искажение информационного пространства и полуправда, манипуляции, откровенное вранье и так далее. То есть манипулировали сознанием людей до такой степени, что они меняли свою какую-то приверженность политических взглядов, электоральных устремлений. Очень ярко на это все реагировали, и мы получили то, что получили, к сожалению. Ну, например, история распятого мальчика, которая тогда стала известна на весь мир, она имела какое-то продолжение или уже пытались как бы найти другие техники? Действительно, история распятого мальчика в Славянске – это не только известный фейк. Телекомпания «Дождь» российская показала эту женщину, Галину Пушняк, которая сейчас живет в российской глубинке, и она недовольна своей судьбой. Но интересно, что весной прошлого года, в 2021 году, появилась аналогичная история. В окрестностях Горловки погиб 5-летний мальчик, который подорвался на
неизвестном взрывном устройстве, очевидно, на бомбе, на мине или на гранате, которую либо кто-то из людей принес на территорию его двора. А Россия начала раскручивать эту тему как якобы смерть мальчика от удара украинского беспилотника. И эту тему начали очень активно раскручивать так называемые российские военкоры, которые весной 2021 года уже появились на Донбассе. Я думаю, что в 2021 году от эскалации Украину спасло согласие Джозефа Байдена на переговоры с Владимиром Путиным в Женеве, которые состоялись летом 2021 года. Но, безусловно, гибридные техники на месте не стоят, и практически фейки появляются очень часто. И надо сказать, что чем дольше продолжается противостояние между Россией и Украиной в военном плане, тем более изощренными и хлесткими становятся эти фейки. Какие наиболее часто фейки, дезинформации, нарративы используют на постсоветском пространстве? Сейчас основные нарративы в годовщину создания Советского Союза, если говорить со стороны России, так это нарративы, которые касаются необходимости опять объединения и неполноценности тех государственных образований, которые возникли после 1991 года. И в этом контексте и разговоры Путина и российских пропагандистов о том, что украинской нации нет, украинского языка нет, украинцев придумали в австрийском генштабе и подобные вещи. Вот, то есть продвижение идеи несостоятельности нации и государства. Да, вообще несостоятельности всего того 30-летнего развития, которое произошло после распада Советского Союза. Вот все нарративы крутятся вокруг этого. Вер, скажите, пожалуйста, вот люди, которые в Донбассе, в Крыму получали российские паспорта, они думали, что они возвращаются в Советский Союз, или они считали, что им будет лучше житься? Почему это все происходило? На территориях ОРДЛО фактически это была принудительная паспортизация. То есть это элемент давления политической демонстрации силы Российской Федерации, ее там присутствия для того, чтобы реализовать несколько интересов. Первое – это политическая интеграция путем вовлечения в избирательный процесс в Государственную Думу в сентябре 2021 года, демонстрируя всем, что жители Донбасса участвуют в выборах депутатов в Государственную Думу и таким образом свое будущее политическое связывают с Россией. Второй момент – это возможная легитимизация и предлог Путина для военного вторжения под эгидой защиты русских. На сегодняшний день более 800 тысяч паспортов выдано гражданам Украины, которые проживают в ОРДЛО. Почему люди получили эти паспорта и пошли на это? Ну, прежде всего, те, которые местные жители задействованы и пребывают в трудовых отношениях с так называемыми бюджетными организациями, на них осуществлялось колоссальное давление, и не получить этот паспорт, это было бы демонстрация позиционной какой-то позиции, которая небезопасна для жизни и свободы. Поэтому шли на это. Пенсионеры получили паспорта в Российской Федерации в надежде на то, что будет выплачиваться пенсия, которая выше по уровню, чем пенсия в Украине. Но таким образом это была обман и манипуляция со стороны Российской Федерации, так как не выплачивают пенсию пенсионерам, имеющим на руках российский паспорт, если нет места регистрации на территории Российской Федерации. И также следует отметить, что эти люди работали в Украине, и их страховые взносы перечислялись в Пенсионный фонд Украины. Поэтому это изначально было понятно, но когда из каждого утюга, радиоприемника и телевизора звучат те нарративы и та безапелляционная какая-то повестка политическая, то, безусловно, люди в это начинают верить, тем более перестают анализировать реальные факты. Отсутствие альтернативных каналов связи, отсутствие критического мышления сказывается, безусловно, на информационном поле. Фейки, они заставляют нас думать иррационально, они заставляют эмоционально реагировать, то есть они заставляют нас сначала действовать, а потом подумать. Поэтому это означает, что нам всем не хватает медиаграмотности, нам всем не хватает критического мышления. И как раз вот мы в своей книге хотели, чтобы достаточно откровенный разговор о непростых проблемах, он стал
для большого количества и наших коллег, и журналистов, и студентов каким-то ключом к пониманию ситуации, своеобразной такой информацией для размышления, из которой каждый сможет сделать свои выводы. Наши выводы не истина в последней инстанции. Мы стремимся просто рассказать о том, о чем мы знаем, и подтолкнуть наших читателей к новым размышлениям. Во всем мире и в Молдове тоже переживают за судьбу Украины, за то, что может случиться в регионе. На ваш взгляд, все-таки вот эта точка кипения в противостоянии Россия-Украина, Россия-Запад, она достигла своего пика? Можно ли говорить о том, что ситуация откатывается назад или пока рано? К сожалению, рано, потому что Россия все-таки использует самые разнообразные средства, и это элемент все-таки психологического давления на Украину в первую очередь. Элемент, который позволяет сделать так, чтобы Украина, по-моему, оказалась в положении Чехословакии в конце 30-х годов 20 века, чтобы Запад ее вынудил капитулировать перед российскими требованиями. По-моему, это главный на сегодняшний момент российский интерес. И не потому, что Путин миролюбив. Просто он понимает, что широкомасштабные военные действия, расширение вторжения, ведь война в Украине продолжается с 2014 года, но расширение вторжения, оно неминуемо приведет и к жертвам среди агрессора. И никто не даст гарантию, что российская власть будет успешно выдерживать большое количество погибших собственных граждан и сможет остановить процесс недовольства внутри страны. Поэтому Путин предпочитает действовать гибридными методами. Это его, я бы сказал, излюбленная тактика не только в отношении Украины, но и в диалоге с мировым сообществом в целом. Тут есть две плоскости. Первая плоскость эмоциональная, она как качели. То есть будет, не будет, большее напряжение, меньше. Вот сейчас психологическое ощущение, что напряжение стало меньше. Угу. Потому что началась Олимпиада в Пекине. И к тому же вот последняя реакция на ответ Запада показывает, что Путин где-то вот успокоился, немножко отползает. Но есть еще тот уровень, который, в принципе, скрыт от нас. То есть мы не знаем, на каком уровне реально находится военное приготовление. Эмоционально сейчас немножко легче, но это как качели. То есть пройдет пару дней, и опять ситуация обострится. А как вы относитесь к тому, что, например, секретные службы США говорят об одной ситуации на границе с Украиной, власти Украины говорят немного другое? Знаете, я думаю, что это также элемент определенной борьбы. Иногда допускается сознательная утечка информации для того, чтобы упредить, для того, чтобы нейтрализовать. То есть, если говорят о войне, то, может быть, потенциальный агрессор удержится, да, от нападения. Иногда так используют вот такие вот инструменты. Мы показываем, что мы знаем, что на нас хотят напасть, и таким образом мы пытаемся повлиять на другую сторону для того, чтобы она остыла и не делала этого. Мне кажется, американцы сознательно говорят об этом для того, чтобы присадить Россию. Можно отметить еще один момент, что, наверное, впервые в новейшей истории американские официальные лица говорят о будущих возможных фейковых проявлениях со стороны России. То есть они как бы прививают общественное мнение, когда говорят, что мы понимаем, как будет Россия действовать. Когда они говорят, вот мы видим, или британские, американские спецслужбы, очевидно, они связаны между собой достаточно тесным взаимодействием, такой, знаете, аналог боевого братства в социалистическом лагере, когда они говорят, вот у нас есть информация о том, кто может возглавить так называемое марионеточное правительство Украины в случае российского вторжения, какой может быть механизм провокации, то есть они играют с Россией в игру «я знаю, что ты знаешь, что я знаю», и таким образом они сдерживают Россию от более резких и, соответственно, более опрометчивых шагов.
После развала Союза прошло 30 лет уже, но, по-моему, во всех республиках бывшего Советского Союза встречаются еще ностальгирующие люди. Я встречала их и в Грузии после военных событий 2008 года, в Украине, в Молдове их множество. Что побуждает этих людей жить прошлым и думать, что возврат обратно возможен? И что бы вы вообще пожелали гражданам Молдовы? Я могу сказать, что, на мой взгляд, это связано с тем, через призму личных переживаний этих людей. Возможно, в то время они были лучше обеспечены, моложе, у них происходили какие-то события в жизни. А с моментом независимости не каждый смогли удержать свои позиции и реализоваться. И вот те люди, которые этого сделать не смогли, конечно, им свойственно оправдывать это все политическими аспектами, говорить, что вот при Союзе мы имели там какое-то развитие, бесплатные квартиры, примеры с ценами и так далее. Забывая про те аспекты негативные, которые были достаточно ярко выражены при тоталитарной системе, которую внедрял Советский Союз. И на сегодняшний день идет подмена понятий, и Российская Федерация предлагает некую альтернативную форму устройства в виде сильной вот такой России, которая помогает своим русским. Для Российской Федерации, если сейчас послушать, то русские это практически все, как они пытаются найти и заявлять о том, что права российскоговорящих граждан и не граждан других стран ущемляются и так далее. То есть вот эта идея российского мира – это такая уже альтернатива для тех, кто не застал Советский Союз, но воспитываясь в этих семьях, имея какие-то возможные симпатии, для них вот сделали такой информационный продукт. Понимаете, некоторые вещи уйдут все-таки со временем, и мы не сможем, наверное, сознательно от них избавиться. Вот, кстати, вот ностальгия по Советскому Союзу. Появится новое поколение, это изменится. Но о существующем поколении я бы пожелал критически мыслить, думать, сопоставлять и, конечно, пожелал мира всем. В общественном сознании многих 30 декабря 2022 года – это момент создания Советского Союза. Путин – фанат Советского Союза. Он неоднократно говорил о том, что для него распад Советского Союза – это огромная личная трагедия. И мне кажется, что в этом году или до июля 2023 года, когда будет 100 лет де юре оформления Советского Союза, он попытается сделать все для того, чтобы восстановить в той или иной форме. Мы это видим по отношению России и Беларуси. Мы это видим по действиям России в Казахстане. И мы понимаем, что Украина, как, ну, наверное, знаете, самая яркая бахрома на красном знамени советском, она для России чрезвычайно важна. Мы понимаем, что давление на Украину имеет и психологическое значение, поскольку для России важно показать, что если мы можем подмять под себя Украину, то любое государство меньше, мы точно так же под себя подомнем. И это сигнал, который она транслирует и на страны НАТО в том числе. Вот эта вот цифра 97-го года, она упоминается абсолютно не случайно. Поэтому мы пытаемся говорить, доносить до наших соседей, до наших партнеров, что необходимо сегодня противодействовать на интеллектуальном уровне, на уровне нарративов, для того, чтобы не защищать независимость своего государства с оружием в руках. Я благодарю вас за то, что согласились прийти в нашу студию. Благодарю за эту, на мой взгляд, очень интересную беседу. Желаю вам, всем украинцам, Украине мира и процветания. Стимați телеспектатори, aici ediția noastră de astăzi s-a încheiat. Vă mulțumim pentru atenția cu care ne-ați urmărit și vă urăm toate bune!